Чувствительность и взаимная такая помощь, даже предугадывающая. Не просто откликаться на просьбу, а даже предугадывать, подходить и спрашивать, и, может быть, в чем-то помогать. Как это? По крайней мере, я вот уже на это настроился, я буду стараться на всех сил. Вы готовы стараться? Да! Это у вас музыка Кости, она более обычная. Знаете, как говорится, этот век – это век командной победы. Здесь побеждают команды. Я вот только что был в Германии, и до сих пор даже дети там маленькие, они вспоминают сумасшедшую победу сборной Германии по футболу над Бразилией. Это было там года 4 или 5 назад, или даже больше, я даже сам уже не помню. Это невиданный случай в истории футбола, когда в финале чемпионата мира одна команда обыграла другую со счетом 7-0. Это просто что-то невообразимое. Сборная Германии выиграла у сборной Бразилии. При этом сборная Бразилии известна как филигранные футболисты, которые делают совершенно невообразимые вещи каждый по отдельности. Это просто команда звезд всегда. Вся Бразилия, она играет в футбол, там самых маленьких вот этих дворов детских. И вот сборная Германии обыграла 7-0 эту команду звезд. Почему? За счет организованности, за счет команды вот этой работы, за счет такого чувства плеча друг друга. Вот я хочу вам что-то подобное предложить. Вот давайте что-то подобное здесь делать. Вы знаете, я уверен совершенно, что жизнь каждого из нас очень сильно изменится, если мы пронесем эту медитацию через наш фестиваль.